Принцип работы профессиональных фритюрниц прост. Мы берем продукт, опускаем специально подготовленную корзину и опускаем горячее масло. После того, как продукты приготовились, корзина просто вынимается из ванны. Во фритюре готовят куриные крылышки, рыбу, овощи и многие другие продукты. Продукт прожаривается равномерно, приобретает красивую аппетитную корочку. Профессиональные фритюрницы Apache могут долго работать в интенсивном режиме, а также у них интуитивно понятное управление. В ассортименте компании Apache присутствуют фритюрницы 700 и 900 серии глубиной 700 и 900 мм соответственно. Электрические фритюрницы это APF-E, газовые APF-G. Фритюрницы можно использовать с другим оборудованием, установив данную фритюрницу в линию, либо использовать как независимый элемент. Корпус фритюрницы и рабочая поверхность изготовлены из высококачественной нержавеющей стали IC304. Ванна также изготовлена из нержавеющей стали и изготовлена методом непрерывной сварки. У всех фритюрниц Apache есть большая холодная зона. Она позволяет продлить время использования масла. Температура масла регулируется от 90 до 190 градусов. Отработанное масло сливается через специальный кран. Напольные модели оснащены емкостью для сливаемого масла с фильтром из нержавеющей стали. Все модели укомплектованы корзинами с крышками. При выборе фритюрницы крайне важно обратить внимание на количество ванн и их объем. Объем ванны влияет на производительность фритюрницы, а количество ванн на ассортимент продукции, которую можно одновременно готовить. Газовые модели 700 серии отличаются габаритами и газовой мощностью. У них может быть одна или две ванны объемом от 7 до 14 литров. Они могут быть настольными и напольными. Все они оснащены горизонтальными горелками из нержавеющей стали системы пьезоподжига, то есть автоподжига. Фритюрницу можно перенастроить на баллонный газ. Электрические модели 700 серии имеют одну или две ванны объемом 7, 12 или 13 литров и мощность от 9 до 18 кВт. Представлены как напольные, так и настольные модели. Все они работают от сети 380 вольт. Нагревательные элементы находятся внутри бака и легко поворачиваются на 90 градусов. Благодаря этому можно быстро очистить ванну. В 900 серии представлены только напольные модели. Они поставляются на закрытом стенде с дверцами. Газовые модели 900 серии имеют одну или две ванны объемом 18 литров и разную газовую мощность. Электрические модели 900 серии также имеют одну или две ванны объемом 18 литров. Работают они от сети 380 вольт и также различаются мощностью.